Мужская команда по регби-7 Одесской юракадемии заняла призовое место на областных студенческих играх. Всего в турнире приняли участие 9 учреждений высшего образования. Команды были разделены на 3 группы, после чего были проведены игры плей-офф. Юристы заняли в своей группе первое место, обыграв Морскую академию 30-0 и Педагогический университет 19-10. Противник був сильний, але вони більше грають в піднашку, в цій стилі піднашки. А ми, якби це не придумали, нам треба було більше ширше грати глибину. Большое спасибо Сергію Васильовичу Ківалову за підтримку, форму, футболку, за те, що тренуємося на хороших м'яких стадіонах. Для регбі це дуже важливо. По словам игроков, тренеров и преподавателей, соревнования принесли молодой команде высокий результат и хороший опыт, ведь в ВУЗе созданы все условия для всестороннего развития студентов. Напомним, команда «Наутилус» Одесской юракадемии в сентябре выиграла чемпионат Украины по регби-7. У нас в университете уже все наслышаны о регби, и в частности всегда Сергей Васильевич поддерживает наше начинание, такой серьезный мужской вид спорта, но он именно студенческий вид спорта, университетский, а так как все прекрасно знают, что Сергей Васильевич чтит традиции студенчества, поддерживает нас, дает нам возможность развиваться, тренироваться, ребятам реализовывать себя, поддерживает как в плане учебы, так и в плане спорта. Я, конечно, за такой контактный вид спорта очень переживаю всегда. Каждый раз, когда выходит наша команда на площадку, у меня сердце уходит в пятки, потому что я боюсь травм, я боюсь того, что происходит на площадке. Это очень контактный, очень серьезный вид спорта, мужской вид спорта, тяжелый вид спорта. Совсем скоро в Одессе сыграет национальная сборная Украины по классическому регби-15 в рамках чемпионата Европы. 19 мая на стадионе «Спартак» главная команда страны примет сборную Швеции. Начало матча в 2 часа дня.